Так, а мы надеваем... Дегустация текилы. Это у нас какая, женская или мужская? По цвету мужская, да? Спасибочки. Мы тут пьем текилу, которая называется Слово «аддиктива» можно перевести как «зависимый» или «зависимость». «Аддикшн», да, по-английски? Да. Мы пьем текилу, вызывающую зависимость. Которая женская? Давай, чин-чин. Давай. У нее понюхайте, какой запах. Она пахнет чуть-чуть сладко. Жесть. Пей. Ну, пей. Прям одним залпом, давай. Ну-ка. Ёк-макарёк, да? Вообще трешняк. У меня прямо мурашки побежали, смотри. Ле инвитамо сами скала, сеньорита Сес. Анфиса! Ау! Очень брутальный вкус. Ты уверена, что ты это хочешь пить? Ну, давай я попробую. Смотри, Лагана, с ножками, смотри. Она живая? Купите. Нет, купите. Ну, давай, наливай. Друг гусеница. Полуду... Вообще мертвая, блядь. Сейчас она тебя сюда... Она умерла уже год назад. Год назад? Угу, thank you. Она же распитовала, девочки. Это что за нефтепровод у меня в стакане? Ой, жженая резина, давай. Одна промоция. $89 и регала текила пекиня. А в кайле сварится? Трешничок, да? Девчата, мескаль – это самый настоящий мексиканский напиток. Мескаль делается из дико растущих сортов голубой агавы. У него вкус брутальный, у него вкус жесткий. Посмотрите, пожалуйста. Текилу делают из вот такого рода кочерыжек от растения голубой агавы. То есть вот они, кочерыжки. Из шишечек? Из шишек, да. Но только шишки весят 100 кило. Эти шишки кладут в печку. И в этой печке шишки находятся 3-4-5 дней при температуре почти 200 градусов. Они снаружи обугливаются, внутри становятся мягкие и запекаются. И вот этот запах дыма, да, который вы сейчас почувствовали, у вас еще, простите, но у вас еще отрыжка будет потом с таким дымом. Ну-ка покажи отрыжку. Ой, как приятно. Кстати, не противный запах, хороший. А гусеницы прямо вот там водятся? Их... Гусеницы водятся на этом куске. Для чего она? Она показатель качества агавового спирта. Если бы это был низкопробный, кукурузный, да, или еще какой-нибудь вид спирта, гусеница в нем за нахождение в бутылке превратилась бы в осадок на дне, да? Она бы просто, как вам объяснить? Нормально, да? Разложилась. Нормально, разложилась, да. Это экстра аньехо. Экстра аньехо, смотри. Смотри. Понюхайте ее. Экстра аньехо. Сухая аньехо. Просто она бомбическая. Она духами пахнет. Она духами пахнет. И она согревает весь пищевод. От языка до желудка. Бомба, бомба. Хочу аньехо и экстра аньехо. Попробуй, какая вкуснятина. С чайком ее. Вообще на текилу не похоже. Это просто какой-то... Яичный напиток, да? Офигенный. А сколько кристаллина? Кристаллина, где?